5 декабря в рамках празднования Международного дня волонтеров в этом году будет проведен конкурс на соискание региональной премии «Волонтер года». Заявки принимаются до 15 ноября. К участию в премии приглашаются как физические, так и юридические лица, активно занимающиеся волонтерской деятельностью в нашем регионе. Премия будет присуждена по 10 номинациям, и каждый победитель получит денежное вознаграждение в размере 300 тысяч тенге. Организатором конкурса выступает Управление общественного развития области ЖЦО. Основной целью мероприятия является награждение, мотивация и популяризация лучших волонтеров региона. Важно отметить, что в этом году, особенно в период наводнений, добровольцы продемонстрировали высокий уровень самоотверженности и готовности прийти на выручку. Молодежь региона активно участвовала в сборе гуманитарной помощи для затопленных территорий, а также в оказании поддержки пострадавшим. Напомним, что на сегодняшний день в Талдыкургане и области ЖЦУ функционирует 15 волонтерских организаций, в которых задействовано 515 добровольцев. 29 декабря 2023 года прошла встреча активных волонтерских организаций, инициативных групп с участием Акима области, где было предложено проводить ежегодную премию «Волонтер года» по 10 направлениям. В этом году она проводится у нас впервые. Могут участвовать волонтерские группы, сами волонтеры, а также инициативные группы со всей области ЖЦУ.